Сегодня мы расскажем вам о терминале MetaTrader 5 от брокера Pocket Option. Брокер бинарных опционов Pocket Option уже давно предоставляет качественный сервис и все необходимое для торговли бинарными опционами, включая функциональную торговую платформу. И один из плюсов этой компании является то, что она не обошла стороной рынок Forex, предоставив для торговли веб-версию терминала MetaTrader 5. Благодаря этому трейдеры брокера могут торговать на любом рынке, не открывая счета в разных компаниях, и при этом использовать всем знакомый терминал, веб-версия которого почти не уступает десктопной. Далее мы рассмотрим плюсы и минусы, а также функционал терминала MetaTrader 5 у брокера Pocket Option. Сам по себе терминал MetaTrader 5 является довольно популярным и используется многими брокерами, так как имеет привычный многим интерфейс и функционал. Предоставляет его компания MetaQuotes Ltd, которая работает с 2000 года. Существует предыдущая версия данной платформы MetaTrader 4, и основным отличием является то, что новая версия может работать с мировыми биржами, благодаря чему открывается возможность торговли на фондовых рынках Америки, Европы, России и других стран. Правда, доступно это только на версии для ПК. Также новый терминал обладает более профессиональным функционалом и новыми возможностями. Визуально же они почти не отличаются. Терминал MetaTrader 5 у брокера Pocket Option. У брокера Pocket Option можно использовать как реальный, так и демо-счет для MT5. Чтобы войти в терминал, необходимо в левом боковом меню выбрать раздел «Торговля», и после чего выбрать либо MT5 реальный счет или MT5 демо-счет. Данные для входа в демо-счет будут в открывшейся странице, а сам принцип логина является стандартным для MT4 и MT5. После логина у нас откроется сам терминал, и вы сразу же можете приступить к торговле. Функционал и возможности MetaTrader 5 в Pocket Option. Функционал веб-терминала немного более ограниченный, в отличие от версии для ПК, и в него нельзя загрузить сторонние индикаторы. Но во всем остальном он идентичен десктопному, и в веб-версии можно открывать любое количество графиков, следить за состоянием торгового счета и сделками, использовать базовые индикаторы MT5, использовать графический инструмент, менять вид графиков, свечи, бары, линии, использовать торговлю в один клик. Работа с графиками. Для открытия графика можно использовать панель «Обзор рынка» или нажать на «Файл» в верхней панели и выбрать пункт «Новый график» или слева в меню нажать кнопку добавления нового графика. При желании вы можете открыть любое количество графиков, после чего переключаться между ними благодаря вкладкам внизу. Также вы можете менять таймфрейм любого графика на верхней панели. Торговая панель. На вкладке «Вид» можно включить панель «Инструменты», которая является торговой панелью, где отображаются все сделки, состояние текущего счета и журнал действий. Индикаторы. MetaTrader 5 в Pocket Option содержит все базовые индикаторы, которые есть и в обычной версии терминала. И среди них можно найти множество индикаторов, включая Alligator, Moving Average, Stochastic Oscillator, RCI, MACD и другие. После выбора индикатора можно поменять настройки, если необходимо, и нажать ОК. Для управления добавленными индикаторами нужно на графике нажать правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбрать список индикаторов, после чего можно менять в них настройки или удалять с графика. Графические инструменты. Графические инструменты добавляются точно так же, как и индикаторы, только выбирать стоит уже сами инструменты. Добавить на графики для анализа в MT5 в Pocket Option можно. Линии, каналы, инструменты Ганна, инструменты Фибоначчи, инструменты Эллиота, графический объект. Также для удобства некоторые из инструментов вынесены на рабочую панель. Для удаления их с графика нужно нажать на выбранном элементе правой кнопкой мыши и выбрать «Удалить объект». Работа с графиком. Если нажать на графике правой кнопкой мыши и выбрать свойства, то откроется окно с графическими параметрами, где можно выбрать одну из трех цветовых тем. Первый – желтый на черном, второй – черный на белом, третий – зеленый на черном. Также там можно выбрать отображение цены в виде бар, свечей или линии. Помимо этого можно настроить отображение сетки, линий бит и аск, объемов и многое другое. Торговля в один клик.
Для этого нужно нажать на маленький красно-синий значок в левом верхнем углу графика, после чего открывшуюся панель можно использовать для быстрой торговли. Для торговли на рынке Forex брокер Pocket Option предоставляет такие активы, как валютные пары, индексы, криптовалюты, сырьевые товары. Заключение. Терминал MetaTrader 5 от брокера Pocket Option хоть и уступает версии для ПК, но все равно позволяет полноценно торговать на рынке Forex. Также плюсом является то, что не нужно открывать счета у разных брокеров, и вы можете торговать бинарными опционами, используя одну и ту же торговую платформу. Если вы решите использовать MT5 от Pocket Option, то обязательно начинайте с демо-счета, чтобы перед торговлей на реальном счету понять весь функционал терминала и опробовать трейдинг виртуальными деньгами. А когда решите перейти на реальный счет, то не лишним будет пополнить депозит, используя промокоды на пополнение счета. На нашем сайте они всегда актуальны и дают до 150% бонуса к депозиту. Спасибо вам за внимание. Успешной торговли!